ну как сказать, не очень люблю. Так будет правильнее. Или не сейчас. Не, а значит тут будет несколько позже, но в этой же миссии. То есть самая концовка будет ознаменовать. Нифига себе, прямо с двери ушел. Ушел отсюда. Ты положил свой топор на место. Козел. Да что ж такое? Места вообще нет. Спасибо, партнер. А, она взяла сныкового патрона, ради которых я место освобождал. О, что тут за человек такой? Я тут... Труп животного, в котором полно личинок. Запах жуткий. Я бы даже не сказал, что это труп, это кишки какие-то уже лежат. Просто. Что на труп это вообще уже не похоже. Просто какая-то бесформенная туша. Точнее, даже не туша, опять же. Просто бесформенная куча... Куча биомассы. Так, наверное, будет самое такое... Адекватное название данного вещества. А, сейчас будет опять небольшая потасовочка. С местными. Насколько я понимаю. Да. Сбили вертолет. Это нехорошо. Я тебя отсюда прикрою. Опа. Промазал мужик. Ты куда передвижаться начал, мужик? Издеваешься? Ты сдох отсюда. Кстати, вот теперь наконец-то я все-таки понял, что Кирк говорил там этот... Мэйдэй? Да это я вообще не воспринимал, что это значит. Это я, насколько я понял, ну такой сигнал бедствия. Какой-то общепризнанный. Это я узнал после того босса из Revelations, которого я про себя назвал Мэйдэем. Он там Скагде называется, или как его там? Но про себя я его Мэйдэем обозвал. Ну, кто знает, что за босс, нетрудно догадаться, почему я его так обозвал. Шева с патронами бежала. Гениально. Шева, ты где? А. Так, патроны это действительно хорошо. Особенно, когда мне есть их куда засунуть. Падай, да еще. Это не сломалось. Странно, что-то сломалось. Разогнался-то. Разбежался. Спасибо, партнер. А, надо же. Смешало уже, когда мы... О, сейчас же еще это. Я вот про это я сейчас совсем забыл, что сейчас будет. Че, нет, я не забыл про это. Я забыл, что это будет сейчас. Я ждал, что это будет в следующих миссиях. Ну, в общем, как вы могли догадаться по моему... По моей реакции сейчас будет... Такой... Интересный момент. Буду дышать.
еще живой, что ли? Я бы вот, если бы мне такой удар прописали после выстрела с пистолета в голову, я бы явно закончился. На эти нет, живут. Это граната, это хорошо. Граната — это плюс. Да, граната — это однозначный плюс. Опаньки, опаньки. Так, тут, по-моему... Помню, что... Видимо, отсюда это нельзя. Или... А, вот. Получается, вот еще одна медалька. Просто думал серьезно, что это вот этот этап будет в одной из следующих миссий. Ну, вот что значит, игру очень плохо помню. У-ху. Побежала. А, стоп, что я делал? Мне же надо ее прикрывать там. Как я ее прикрою? Только если вот так, уроню их. Потому что стоит она в не очень удачной позиции. Боезапаса у меня нет. Вообще. Стоп, у меня же вот эта штука есть. Раз она побежала, значит в порядке. Так. О, открыто. Замечательно. Так, давай-ка, давай-ка, давай-ка. Ты там где? А вот ты где? Так, пошли. А что мне нужно, чтобы ты забрала лекарство? Вот у меня нет места на лекарство. Тут где-то лекарство належало. А лекарство это хорошо. А вот отсутствие боезапаса во всем, кроме снайперской винтовки, это нехорошо. Буду дождь. Патроны к ружью она мне дала. Сдох отсюда. Ты сдох отсюда. Ты чё? Так, это что? Это патроны с картечью. Он хоть дробовик у нас теперь более-менее заряженный. Так, пока спокойствие. И это хорошо. Опять же, можно побегать, пособирать тут всякую штуковину. Интересную, которая тут валяется. А, ну да. Можно и так. Та-дам. Тут на что? О! Винтовочный патрон — это хорошая вещь, потому что винтовка у нас мощная. Такой самый мощный урон за единицу патронов она выдает. А вот места здесь катастрофически мало в этой игре. Вот вообще мало. Ага, наверх я не попадаю. Здесь наверху могла быть только Шева. И то только когда я только-только ее туда закинул. Ну что ж поделаешь. Значит, не собрать мне эти ящики. О, гранату он еще нашел где-то.
Да, что ж такое. Так, место у тебя есть, надеюсь? У нее тоже места нет. И что делать будем? Дадим ей гранату. Контрольная точка. Не к добру. Да уж. Да ты серьезно, что ли? Да серьезно, какого черта? Так, этого бензопила нам надо убить. Нет, 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 валим, валим. Не. Уху-ху. Это было уже близко. Нет, мужик, тут не до тебя мне сейчас. Меня пытаются распилить. Черт, кончились. Можно его заманить вот сюда. Мне не нравится идея его к этой бочке заманить. Я вот к этой бочке его сейчас заманю и бахну. Отлично. Так, понятно. Ну, вроде Шевон довольно-таки неуспешно съедает. Ну как съедает? Валим, 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 валим. Ты мне не нужен, мужик. Ты слишком злой и слишком с бензопилой. Не-не-не. Может быть, все-таки заманить сюда его? Это хорошая идея. По автобусу можно пройтись. Теперь снова валим. Ну, физическая атака все-таки довольно хороший урон наносит. Ух, это сейчас, по-моему, близко было вообще. Так. Где он там? Это что там? Шева, не надо. Не надо к нему близко подходить. Я, кстати, не помню, может быть, его... Нет, по-моему, все-таки надо убить. И побежал, 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 побежал.
Валим, 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 валим. Мужик, ты зачем дверь отпилил? А сейчас был максимально близко. Из всех ситуаций, когда это было близко. В данном случае это было максимально близко. О, черт, там трансформатор был, можно было трансформатором жахнуть. Ну ладно. Ты чё? Мужик, ты долбанулся тут? Черт, это плохо. По-моему, очень плохо. Не, пошел бы ты нафиг. И у меня, по-моему, не хватит сейчас средств его убить. Надо было на самом деле. Я забыл про то, что он еще встанет. Серьезно. Как-то. Этот момент я вообще сейчас не учитывал. Можно было как-то его заманивать там кругами бегать и добить его. Хотя. У меня и оружия-то особенного нет. Да. Нет, тут это реально сейчас внезапно был, потому что я совсем забыл вот про то, что он сейчас еще может встать. Может еще здесь? Я вот не помню, здесь медалька есть или нет. По-моему, я здесь ее очень долго искал, но здесь ее не было. Смотри. Да, вот сейчас будет то, чего я не люблю. Именно. Ну я уже сказал, quick time event. Так что тут может быть куча смертей. О боже. А Кирк. Как-то так. Как же я рад вас видеть, парни. Группа Дельта, капитан Стоун. Крис Редфилд. Шева,
Спасибо, Джош, за мной должок. Вы что, знакомы? Джош мой наставник. Он научил меня всему, что я умею. Шева для всех нас была как сестренка. Так, Шева, ты должна продолжить поиски Ирвина. Судя по данным, которые мы извлекли из жесткого диска, он перебазировался в район шахт. Вот флешка с данными. Мы зачистим район здесь и пойдем за вами, и на всякий случай. Держите радио включенным. Спасибо, Джош. Джилл? Крис? Ты в порядке? Этот снимок. Ладно, ерунда. Пошли дальше. Ну да, как обычно, все кроме времени у нас получилось хорошо. Ну ладно, у нас очень долго, очень длинная серия получилась. Возможно, я такие серии буду разделять как-то, не знаю. Ну если там посреди миссии я разделил без всяких прощаний приветствий, то значит я решил разделить такую большую серию, потому что я не ожидал, что это будет настолько долго. Ну а на этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии по данному эпизоду, потому что, ну, собственно, по самой игре. До новых встреч в следующих сериях.